Добрый вечер, уважаемые подписчики и гости моего маленького канала. Сегодня я закончила вязать вот такую сетку, авоську с черного шнура при помощи, макраме вязала. Сделала такой вот мешочек на кнопочках. Вот кнопочки можно убрать, отстегнуть, вытащить, такая голубенькая. Вот такую можно сделать тоже на кнопочках. Такой мешочек можно тоже на кнопочках цепляется. Вот. Потом на разные наряды, какой наряд одеваешь, такой мешочек и пристегиваешь. И вот такой красненький мешочек сделала. Он немножко такой мягенький, ткань тонкая. Ну, ничего, тоже на кнопочках. Вот такая. Вот такой у меня получился. Торбочка с разными мешочками. Кому нравится, ставьте лайки. Если хотите следить за моим творчеством, подписывайтесь. Может, кому-то нравится, у кого-то какие-то вопросы, может, какие-то идеи. Я это учусь. И макраме я, по идее, вязала первый раз, тоже училась. Вот. Я думаю, неплохо получилось. Это не сложно. До свидания, до новых встреч.